А я тебя искала. Я хотел побыть один. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Они все меня слушают, идут за мной без вопросов. Такая власть очень приятна. И меня это очень сильно пугает. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Нет, не все люди одинаковые. Кое-кто понимает, что свобода нам рано или поздно дать придется. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Я был сиделкой при старике. Он стал мне как отец. Показал мне, что люди и андроиды могут жить в мире. Ну а ты? Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Я не хочу об этом. Та девушка в витрине Киберлайф напомнила тебе о твоей прежней жизни? Мы сражаемся вместе. Мы должны побольше узнать друг о друге. Я была никем. Куклы с конвейера, служащие для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной, я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Видела твою память. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Я тоже видел твою память. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд. Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свобода ждет.
Свобода ждет. Идем с нами. Я тебе о том же. Киберлайф нас всех пишет. То есть они постоянно за нами. Очнись. Свобода ждет. Свободе. Эй! Ты куда? Оставьте его. Он выбрал свободу. Надо перекрыть улицу. Подчиняться. Свобода. Свободе. Что еще за новости? Эй! Разойдись! Немедленно разойтись! Это приказ! Ух ты, нихера ж себе! Говорит патруль 457. У меня тут андроиды Свободы! Много. Свободы! Свободы! Сотни. Свободы! Тысячи. Рабство! Долой рабство!
Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, надо уходить. Скорей, пока еще не поздно. Это последний шанс! Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены! Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте! Разойдитесь! Это последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Стоим на месте. Маркус, что ты делаешь? Нас же всех убьют. Быстрей! Они идут!